Всем привет! Сегодня в студии Oriflame мы расскажем вам обо всем, что касается трендов, моды и интересных новинок на косметическом рынке. Осенний сезон уже в самом разгаре, и новый яркий тренд, который пришел к нам из недели моды в Париже, это оптические иллюзии. Казалось бы, что может быть очевиднее? Каждая модница старается подчеркнуть все самое привлекательное в своей внешности и скрыть любые недостатки. Давайте посмотрим на тренд оптических иллюзий под новым углом. В нашей студии Роман Белоснежный, официальный стилист Oriflame. Роман, привет! Привет! Расскажи, в чем заключаются основные характеристики тренда «Оптические иллюзии»? Тренд «Оптические иллюзии» — это сочетание графических узоров и орнаментов. Это геометрия во всех ее смыслах. Это полоска, клетка и другие геометрические формы. Самое главное, чтобы оптические иллюзии были яркие и заметные. Это может быть просто топ, платье, пуловер или юбка, все что угодно. Чем больше геометрии, чем больше яркости, тем это выглядит эффектнее и моднее. Для каких случаев в жизни его лучше подобрать? Тренд «Оптические иллюзии» подойдет для прогулки, для свиданий, для ресторана, для работы. Вопрос, как его использовать. Любую полоску или клетку всегда можно приглушить вторым слоем одежды – пуловером, топом и сделать оптические иллюзии менее явными. Аксессуары тоже должны быть в тренде «Оптические иллюзии». Они скрывают как бы тебя, показывают тебя с разных углов. Рома, скажи, какие цвета доминируют в этом сезоне и в данном конкретном тренде? Доминирующие цвета тренда «Оптические иллюзии» — это, конечно же, черный цвет и белый цвет. И в этом тренде есть очень много разных цветовых акцентов. Это красный, синий, оранжевый. Чем больше, тем лучше. Наша задача – запутать внимание тех, кто смотрит на нас. Спасибо, Рома. И давай посмотрим, какой образ у тебя получилось собрать в рамках тренда «Оптические иллюзии». Да, давай пригласим модель в студию. У нас получился образ в тренде «Оптические иллюзии». При этом этот образ совмещен со спортивным стилем. У нас спортивное платье дополнено акцентом в виде пояса, в виде сумки в тренде «Оптические иллюзии». То есть такая графика, красивая белая окантовка. Сумка играет с разных углов и с разных сторон. Как я уже говорил, этот образ многофункциональный. Можно легко избавиться от пояса, оставить сумку, одеть какие-то белые кроссовки, отправиться на прогулку в парк. Образ действительно получился невероятно эффектным. И все это благодаря не только стилю и изысканным аксессуарам. Особенную роль играют акценты в макияже. Давайте посмотрим поподробнее. В первую очередь обратите внимание на выразительные губы. Именно на них сделан основной акцент. Для макияжа была использована жидкая губная помада Mousse The One Lip Sensation. Матовое покрытие все еще на пике популярности. Три новых дерзких оттенка станут настоящим открытием для каждой модницы. Многие считают, что с матовой помадой очень сложно справиться. Не у каждой получится ровно ее нанести. На самом деле важно знать два секрета. Первый – это тщательная подготовка губ. Нанесите скраб или бальзам, который максимально увлажнит и разгладит поверхность. А второй – это техника вбивания помады. Не размазывайте текстуру, а методично вбивайте ее по всей поверхности губ. Именно так тон ляжет ровно и будет смотреться идеально. Также обратите внимание, что в данном образе важен не только макияж, но и маникюр. На ногтях очень выигрышно смотрится тренд оптических иллюзий, а с помощью новых оттенков стойкого лака The One можно с легкостью воплотить любой дизайн в этом стиле. В осеннем сезоне мы часто задумываемся об обновлении гардероба, мыслей и, конечно же, своего внешнего вида. С помощью тренда «Оптические иллюзии» мы будем чувствовать себя однозначно уверенно и свободно. Я убеждена, что каждая женщина согласится с тем, что основной потребностью в рамках ухода за собой остается молодость кожи. Мы все слышали о самой популярной процедуре в косметических салонах – пилинге. Такой формат обновления кожи всегда касался исключительно профессиональной сферы. Теперь, благодаря новинке в инновационном бренде Novage, высокоэффективный двухфазный пилинг можно провести самостоятельно в домашних условиях. Как это сделать? Все очень просто. Нужно смочить ватный диск с содержимым тубы 1 и легкими движениями обработать кожу лица, начиная со лба, затем двигаться по массажным линиям от щек к носу и подбородку. Постарайтесь избегать зоны вокруг ноздрей, губ и глаз. Оставляем средство на 10 минут, не смывая. Переходим ко второму шагу. Нам понадобится ватный диск. Его мы хорошо смачиваем в нейтрализаторы из тубы 2 и протираем все участки кожи, на которые был нанесен
пилинг. После завершения процедуры стоит умыться и продолжить шаги комплексного ухода. Это действительно легко делать в домашних условиях. При этом кожа выглядит здоровой и сияющей. Все дело в альфа-гидрокислоте. Именно она способствует мягкому отшелушиванию клеток самого верхнего слоя эпидермиса. Этой осенью двухфазный пилинг NovAge – абсолютный must-have для тех, кто хочет оставаться молодой и ухоженной как можно дольше. Кстати, еще больше информации о пилинге и других трендовых процедурах ухода за лицом вы можете прочитать в осенней книге красоты. В целом, если посмотреть на 14-й каталог Oriflame, то в нем очень много привлекательных предложений. К примеру, скидки до 70% на серию Swedish Spa, которые созданы на основе малахита и белой глины. В рамках The One можно приобрести блески и бальзамы со скидкой 70%. А в Giordani Gold вышли новые запеченные тени. Благодаря такой трендовой технологии оттенок будет самым ярким и насыщенным. На последних разворотах представлена суперновинка – серия по уходу за телом для всей семьи Loving Care. В ее составе натуральное миндальное масло, и оно обеспечивает максимальное увлажнение и уход. Обратите внимание, что размещая заказы в Oriflame, можно получить не только потрясающие качественные продукты, но и поучаствовать в медальном зачете. За каждый продукт, отмеченный медалью в каталоге, вы получаете указанные баллы, которые можно будет обменять на привлекательные продукты в подарок. Полные условия акции ищите на сайте Oriflame. Мы уверены, что сегодняшние тренды обязательно помогут вам получить максимум от этого сезона. До встречи в студии Oriflame!